Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить Человека-паучка. Поменялось, значит, таки костюм ему немного. По ссылке в описании вы можете посмотреть полностью весь плейлист с прохождением Человека-паучка. Вот, не забывайте ставить лайк, делать подписку на канал и писать комментарий. Это все нужно, это все важно. И время просмотра, чем дольше вы смотрите видео, тем лучше будет для канала. Тем больше шансов, что мы с вами разовьемся дальше. И больше станем, соответственно, естественно. И мы попадем с вами в рекомендации. Наше видео залетит. Вот. Спасибо вам большое, что меня поддерживаете. Пока что это вся поддержка, которая может быть. Ну, конечно, еще есть поддержка донатиком. Но я там не прошу, да? Не попрошаю ничего. Ну да ладно. Короче, смотрим. Смотрим, короче, что у нас тут. С вышками. Мы сейчас обе вышки с вами активируем. План такой. Проходим все здесь. И мы с вами, скорее всего, на этой серии уже увидимся с женщиной-кошкой. И мы соберем все рюкзачки, за что нам дадут отдельный костюм. Это будет прикольно. Кстати, я сфотографировал не на видео вот это место, просто с крыши его сфоткал с дома. И это оказалось, что это тюрьма. Вот. Короче, знаете. Это тюрьма. Не понял. Подождите, а где рюкзачок-то? Так, что-то до меня не доходит. Давайте вот сюда сгоняем. Рельф. Так, сфоткаем. Что он сказал? Рельф? Кто? Рельс? Ты? Не понял. Так, ладно, поехали дальше. А где ты рюкзачок? Ни хрена он где? А я думаю, почему я его не вижу? Посмотрите, какое здание. Это, наверное, самое высокое в игре, нет? Офигеть, сколько бежать. 300 метров просто бежать вверх. Ё-моё. Ё-моё, папа звонит. Так, где рюкзак-то? Там. Ой, он еще выше. Нифига, паучок, ты куда, блин, рюкзак спрятал? Тут, наверное, что-то ценное. Если открыть это, может вернуться песочный человек. А-а-а. Не хочу это проверять. Ну, да. Значит, важное. Нафиг он нам нужен, главарь, да? Так, хорошо. По-моему, там снизу какое-то нападение сейчас светилось, да? Так, у нас остается одна вышка. Давайте упадем вниз. И мама, сколько лететь будем. А, у нас снизу есть нападение где-то. Или не снизу? Вот здесь, что ли, где-то? Нет, здесь. А, нет, снизу. А, подождите, а почему он сейчас это сказал? Мне костюм дали новый? Еще не дали? Не дали. Я не понял про кого. А, он, наверное, про их костюмы шутит, господи. Я такой понятливый человек. Бах, бабах, трах, бабах. Так, мы активировали только что... А, нет, не активировали. Сейчас активировали функцию костюма. Дрон-паук. Чё? Простите, у меня сложное паучье дело. Укрепление. Что ни говори, а из демонов хорошие вербовщики. Мужики, ну я их связал. Ну вы чё? Попасть просто по ним, блин, уже не можете, что ли? Дожились. Да в меня-то не стреляйте, все нормально, я свой. Все нормально, я свой. Так. Бэм, 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 туда его. Куда его, это его дядечку. Отбросить воздух 4, ну, я это не прочел, да. Я это не прочел, и поэтому мы с вами это не сделали. Так, поехали наверх.
О, какое здание высокое, ё-моё. А, я не нажал, я хотел нажать правую кнопку и нажать на С, типа прицелиться. К стене пришмыгнуться, но что-то затупил. Да, хорошо. Пожилое распознание пошло. Распознавание. Сразу видим на нападение. А, это не нападение, это склад. Так, это у нас склады. Смотрите, чекаем, что у нас тут есть. У нас есть рюкзачок. У нас есть вот такая вот еще штука, можно ее пройти. И склад. Давайте зачистим склад сейчас. Склад — это имба. Склад — это интересно. И у нас еще тут, смотрите, что. Опять пацаны что-то разгулялись. Ну это по сути, чтобы пройти... Чтобы пройти на 100% игрульку, да? Это надо делать. Да. Так может кое-кому позволено сегодня отпраздновать с нами? Хорошо, только поторопись. Шансы были неравны. Опасность близка. Но безрассудство копа-паука и предусмотрительность шефа неизменно помогали им взять верх. Опять про копа-паучка говорит. Такой прикол. Словно арахисовое масло и шоколад. Или завтрак на ужин. Они работали вместе. И готово. До связи, Павлов. Она ко мне потеплела. Так ведь? Ага, бесспорно. Она ко мне потеплела, так ведь? Бесспорно. Там с собой разговаривает. Достал ты меня, махаешь, стоишь тут, как кашка. Сейчас дамашишься. Ой, я не тебя хотел убить, братишка. С ракетницей. Ну как, братишка, мне тебя все равно убивать, конечно. Задрали, алло, у меня уже хп нету, дяди. Да не надо, мужики. Да я ж пошутил. Вы чё начинаете-то? Нормально же общались. Ни хрена себе. Кто? Что такое вытворить? Ты чё, дурак? Вообще? Вообще психанутый? Просто ногами его уделываю. Блин, стреляют эти солдаты и пугают меня, капец, я аж пугаюсь, блин. Сомневаюсь, силачи. Еще день и еще десяток психов в масках за решеткой. Вообще ненормально это, черт, паучок. Юрий, я нашел стройку Фиска. Тут целый улей вредоносных пчелок. Попробуй пошуметь. Если кто-то сообщит о вторжении, я пришлю машины. Ты его убил еще, типа, сзади. Интересно. Шуметь мы умеем, да, вандалить тоже. Это наше. Это наше любимое дело, как бы. Кого ты там возьмешь? Писюн возьмешь, если только максимум. Я, говорит, возьму. Ну давай. Ага. Взял, да. И ты взял. Ой, гранаточка. Ой, Санечка. Ой. Ну, пока оглушение было, я тут использовал как раз штучку. При использовании которой меня бить не могут. Пока она используется, да? Подмога! Даже то, что здесь в тюрьме, их не смущает. Да вы чё там? Вонючки вонючие. Бэм, лови. Не того, нет, нет. Блин, ладно. Надо было вот этого убивать. Yeah.
Вас предупредили, что это благотворительная вечеринка? Скидывайтесь! Нет, серьезно, мне за квартиру платить. Да, за хату бы заплатить не помешало. Только ходим там, тетюшки мои, на работе мешаемся. Надоели уже ей. Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Жуткие стрижки, море одеколона, точняк, ребята, писка. Не дадим ему победить. Бэм, как в Mortal Kombat. Бэм, бэм, бэм. Да я просто хотел подбросить, но не понимал, кого я бью. Он то от того бьет, то от того, блин. Прицел пляшет. Да реально, мы не обманываем. Отгул. У вас выходной сегодня, парни. Блин, граната. Глушила, я понял. На ловушку кто-нибудь. На ловушку, говорю. Вы такие смешные. Вы такие девочки. Да у меня в кармане все-то лежит, понимаешь? На тебе, вонючка. Гранатка пошла. Оп. Сейчас я вытащу тебя, помогу, подожди. Да, прошли наконец-то. Господи, как это было долго. Это было очень долго. Слишком что-то много народу, реально. Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь я думаю, не должно быть больше противников, чем в начале игры, потому что... Ну, мы же идем... Мы же могли это все в начале игры полностью пройти. Может быть, оно как-то... Сколько у тебя процентов игра пройдено, оно сколько больше тебе противников кидает сюда. Я не знаю, может быть. Ему пришлось срочно завершить все, чтобы получить деньги. Что ж, теперь ему нелегко будет проворачивать свои делишки. Что плохо. Ну, по сути, ты же мог это в начале или в конце пройти. Не мог же тебе в начале игры забросить миллион противников. О, Вилли. Толстый. Слушай, Вилли. Я как раз был у одного из твоих зданий. И, страшно сказать, там творились всякие гнусности криминального толка. Лилька. Короче, твоя стройка закрыта. У меня есть другие источники дохода. Но ты доставил неудобства и заслуживаешь наказания. У меня длинная память, а руки еще длиннее. Надо заставить всех, кто поклялся меня убить, провести между собой турнир. Ха-ха-ха. В натуре. Такие смешные. Такие поцики. Полетели за рюкзачком. У нас, кстати, 170 здоровья. Не знаю, оно может с уровнем как-то увеличивается. Ну не помню, чтоб мы его где-то прокачивали. А может его с самого начала игры так много? Потому что я помню, где-то что-то у нас было с вами в прохождении написано, что если больше 110, то что-то там будет срабатывать. Возможно, оно увеличивается, да, со временем. Само. Моя первая камера. Купил ее с рук. Она пленочная. Прикольная. Классная, раритетная. Так, что куда? Куда рванем? Давайте сюда. Загоняем теперь тут, поможем. У нас рюкзаки пройдены, ребята. Наконец-то. У нас новый костюм, который я давно так хотел и ждал. Он такой, в принципе, обычный так-то. Но он тканевый. Видно, что он из ткани сделан. Домашний человек-пук такой. А это что у нас? Все задания черные. У нас с черной кошкой, ребята, одно задание осталось. Ой, какой он уютный этот костюмчик. Прям чувствуется его мягкость. Мягкость его. Народ, вы должны помнить мои предупреждения о риске нарушения гражданских свобод полиции.
Я сейчас тут быстро всех размотаю, потому что у них... что они на крыше. Надеюсь, это свои стреляют, да? Я сделал за вас всю работу, но мне не нужна оплата. Я энтузиаст. Так, давайте теперь сгоняем туда и вот сюда. Давайте. Не будем терять времени. Поехали. Чем больше сделаем, тем лучше. Не, ну костюмчик прикольный, только у него какие-то очки. Необычно как-то сделано, конечно. Под какую-то биомеханику, не знаю. Такой какой-то стиль. Всегда забываю это название этого стиля, который такой металлический стиль, костерёночный. Но немного он не подходит балахонам. Так, друзья, я тут что увидел? У нас тут преступление небольшое. Я немножко отходил. Демоны совсем распоясались. Открыли охоту на полицию. Офицеры, займитесь ранеными! Я тут разберусь. Бам. Бам, бам, бам. Трах, бабах, тух, пах, тух, тах, тух, тыщ. Тыщ, пущ, тух. Ага. Вот он только в ловушку попал. Блин, я ее поставил в середину. Думал, ну, кто-нибудь да наступит по-любому. О, жиробас. Толстенький мой мальчишка. Лежать. Опа. Кстати, на тройку вот эта штука активируется у костюма. Это как она вообще? Ты ее типа сам должен активировать? Или кнопка, когда только появляется? Цифра 3. Ты че, дурак? Вообще себя не бережешь. Кажется, дай бог тебе здоровья и всего хорошего. До свидания. Проходим. Так, тут сейчас опять лететь через круги. Вот она, вижу. И лететь за квадрокоптером. Через все круги не обязательно. Это слава Господи. Я вообще не представляю, что такое проходить его на сложном. Фига, мы ускорились так-то. Ой, протупил. Что он сказал? Что-то я не понял. Что-то я не услышал. Пропустил. Так, друзьяшечки, самое главное, лайкосики не забывайте, пожалуйста, ставить. У нас балдежное с вами прохождение. Балдежного человечка-паучка. Он какой-то тупой у нас немножечко иногда бывает периодически. Или это я тупой? Так. Он уже тут кругов нараскидывал, мы все еще добежать до него не можем. Долететь точнее. Куда ты вечно убегаешь от нас резко так? Все окончено. Теперь можно поймать дрон. Хорошо, ловим. Ну, на однерочку. Не разочаровался во мне. Да и фиг с ним. Пусть на днёрочку будет. Шут с ним. Так, добежали мы с вами очень далеко. Ну как очень? Не очень, но такое нормально. Да, да, да. Давайте, наверное, вот эту птичку пройдем. Сейчас поймаем. С вами, нет? И потом уже пойдем по бочку. Надо проходить, надо все потихонечку зачекинивать. По одному процентику прибавляется за всякие мини-задания. Допустим, несколько прошел. У тебя чик задания при... ну, процентик прибавился, короче. Не знаю, прикольный такой мягкий костюмчик, классный. Как домашний.
Такой материал, знаете, подштанниковский какой-то. Ай, там преступление, хрен с ним. Ну, птичку вообще-то идем ловить. Природу, блин, спасать. Какое, блин, преступление может быть? Новая цель — голубь. А, вот и он. Недавно демоны вновь совершили гнусный террористический акт. Они захватили в заложники целый автобус с туристами. Здесь с нами, переживший этот теракт, миссис Эдна Паттер из Единой Штаты. Оба, поймал. Как это было, мэм? Да. Мужики в масках. Мужики в форме в масках. Так, давайте мы сейчас идем вот на это задание. И забираем это. Забираем это. Забираем то. Вау, как он подлетел высоко. Вот это было вау вообще. Можно еще, смотрите, вот так подлететь. Вот так вот еще нажать. Потом вот так вот нажать. Вот так вот туда. Потом вот так вот сюда. И вот так вот сюда. И вообще жесть. Слушайте, женщина. Что вы от меня хотите? Тоже какая-то обгоревшая. Наблюдаете за ночными птицами? Я наблюдала за ночными хищными птицами в парке, когда заметила группу вооруженных людей у замка Бельведер. Спасибо за информацию, мисс... Стефани, если что, обращайся. Я буду следить за происходящим. Спасибо за помощь, Стефани. Что делают вооруженные люди у замка Бельведер? Сдается, да она ж туда будет... смотрит, нифига она куда углядела. Усмотрела куда, да? Смотрите, сколько у нас всего пройдено. А, это не пройдено, это просто... Просто задание взято. Вау, красиво. А нет, реально. У нас что, реально столько всего пройдено? У нас вот фотографии нет, одной единственной. Офигеть. Вау. Я вообще думал, мне до тюрьмы еще лететь придется. Люди Фиска. Это плохо. Ну а кто еще тут будет? Ты надеялся еще кого-то увидеть? Не дадим ему победить. Ну не дай. Ну не давай. Ну стреляй-то тут. Ты что ли пукаешь? Вот я так уже балуюсь, когда так бью. Всяко красиво. Всячески. У нас еще где-то тип остался. Вы что ли? Не понял. Ты откуда здесь взялся-то, дядь? Залез что ли наверх? Это был последний. Посмотрим, что они затевали. Так, что-то они, не тут знаю, что они тут взламывали тут. Может, найду что-нибудь на этой флешке? С ума сойти. Твою мать. Стефани, опять за птицей гнался. Флешку с доказательствами. Кажется, голубь. Они так делают? Сейчас период гнездования, так что ничего удивительного. Думаю, у них гнездо в деревьях к юго-востоку от замка. Спасибо, посмотрю. Кого посмотрю? Ну что же, гнездо искать? У него тут дружки. Черт. Верните мне флешку, летающие паршивцы! Попробуй задобрить их. Голуби невероятно умные. Невероятно умные! Откуда она знает, что здесь у них выпустили голубя? Чё? Стефани, а где он был-то? Стащила флешку с доказательствами. Кажется, голубь. Они так делают? Сейчас период гнездования, так что ничего удивительного. Думаю, у них гнездо в деревьях к юго-востоку. Да я их уже вижу, я уже с ними лечу. У него тут дружки. Черт. Верните мне флешку, летающие паршивцы! Попробуй задобрить их. Ты тоже летающий, не забывай про это. Невероятно умные. Невероятно умные, значит. А... Эй, голуби, простите за летающих паршивцев. Может, договоримся? Не знаю, сколько корма дает вам Фиск, с меня вдвое больше. Один есть. Задобрить. Флешки.
Да ну куда? Не вертись, паучок. Брат. Есть еще минус. Пустышка. Да, по-любому в последнем будет. Так всегда. В играх. А, нет, есть. В третьем? Хорошо. А я думал, еще за одним. Так, сейчас летим куда-то туда, где есть что-то компьютерное, ноутбучное. И исследуем это дело. Комментарии, ребятки, пишем, не забываем. Обязательно под видео. Кажется, они загружали троянов. Кто-нибудь, какие-нибудь о чем-нибудь. Парка. Этот троян мог открыть им доступ к куче личных данных. Угу. Хорошо. Удаленная загрузка еще идет. Видимо, у них несколько точек доступа. А где? А, вижу пару сычей и... А, там! И каких-то людей у электрощитка. Спасибо. Продолжай вести наблюдение. Нужно добраться до щитка до завершения... Ну, продолжай вести наблюдение. Не будет доступа к ноуту, не загрузят троян. У меня же время... А, нет. Мне нужно было до сюда долететь за 2,5 минуты. Чуток, это... Такое же. Тебя. Я тут страдаю. Спасибо за сообщение. Лучше поспешить. Лежат. Еще два. Не думал, что скажу это, но зачем центральному парку столь мощное Wi-Fi покрытие? Я думал, сюда ходят отвлечься. А, в воду падаю, блин, весь костюм промочил в жиже в этой вонючей болотной. Ужас. Вот они. Надо отогнать их от щитка. Отойдите, блин, от этого ящика. Я вас сейчас... Я вам сейчас расскажу, блин. Кто тут батя? Полетел, другалёк. Что, кто-то живой есть? Когда-нибудь умрёшь? Он какой-то мощный, реально. Он какой-то приколист, нет? Ага, я его повернул боком, и эта штука, которая на него наклеилась, она сработала и его переклеила. Офигеть. Блин, я в воде долго тупил, я думал, время каждый раз заново начинается, 2 с чем-то минуты. А на самом деле такое нет. Это не так. Я не знаю, как мне сейчас до туда успеть, это очень тяжело. Все, время закончилось, что ли? Не успел? Не, по сути, должен был. А, они что-то... Они когда стоят возле щитка, возле этого... Вот, время начинает идти. Вот. А сейчас время не идет. Да. Готово. Все, хорошо. Жители Манхэттена могут спать спокойно. Их пароли и видео с котиками в безопасности. Человек-паук, кажется, меня заметили. О, нет. Ты уверена? Да, да. Господи, сейчас что туда лететь? Запри дверь на крышу и держись. Я иду. А куда идешь-то? Стефани раньше людей Фиска. Она оказалась в опасности. А, все, вижу. Меня. Вижу, вижу. Они выламывают дверь. Мы знаем, что ты работаешь пауком. Открывай! Я почти добрался. Прячься! Вау! Через деревья, через все.
Все нафиг. Разделимся. Ищите девчонку с биноклем. Ау, разберитесь. Нашел? А потом спросите девчонку вниз. Я тебе не подхожу? Я, по-моему, динамит только что кинул как-то. Умудрился. Плохо дело. А куда ты? Молись. Пыляешь там, божечки. Вот сюда твоя башка. Бэм, бэм, бэм. Да, ее на Q можно кидать. Я, кстати, это увидел функцию, то я про нее всю жизнь забываю. Узнаю, как там Стефани. Где там вообще? А, она где стояла, там и стоит. О, спасибо, человек. Они даже не успели до нее добежать. Это было интереснее моего обычного ночного наблюдения. Тебе спасибо. Благодаря тебе мы не дали преступникам похитить личные данные половины жителей города. Вот люди, интересно, слушай, даже да? Вот стоит бинокль, смотрит. Еда у нее тут, газировочка, радио. Смотрит, как кто живет, кто чем занимается. Лучше займусь теми птичками, которым место за решеткой. Да, таких птичек надо отлавливать, ручняк. Будем ли им проходить стелс-режимы? Я не знаю. Ну, пока я что-то не вижу, никакие задания. Вот здесь у нас есть побочка. Давайте еще одну побочечку бабахнем, пройдем сразу. Стелс-режимы — это просто минус нервы, я не знаю, как это. Это для меня тяжело дающиеся задания такие. Опять? У меня тут еще. Ты меня всю игру будешь теперь преследовать? Еще студент пропавший. Стив Хопкинс. С ним есть один момент. Недавно в его районе появились пушеры из банды Надгробия. Стива это бесило, район благополучный, но он боялся вмешиваться. Если его исказили, он может выплеснуть ярость на них и пострадать сам. Вот последний снимок до того, как он пропал. Более свежих я не нашел. Ё-моё. А, почти уверен, что это верхний Вестсайд. Вот хорошо, что ты сразу это сейчас сказал. Верхний Вестсайд. Истсайд. Вестсайд? Вот он, да. Туда? Думаю... Блин, скажи еще раз. Не дослушал. Почти уверен, что это верхний Вестсайд. Это либо вот здесь, либо где-то у воды, либо вот здесь. Давайте пролетим сначала. Филипп, расскажи мне о Стиве. Маленького роста... Даже если захочет. Наркоторговцы его попросту. Мухи не обидит, даже если захочет. Да и сгорит он быстрее, чем другие. Лучше поторопиться. Похоже, у этого Стива развито чувство ответственности, но нет силы. Надеюсь, я успею вовремя. Может, бандиты Надгробия не так крепки, как их босс, но очень опасны. Нет, ребята, это не здесь. Я уже спокойно ищу, я уже успокоился, на самом деле. Тот самый парк. Вот он. Был сделан где-то здесь. Значит, здесь, да. Значит, здесь где-то. Вот, 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 вот оно, вот оно. Блин, профессионал. Нет? Здесь что? Твою мать. А может там? Кажется, это здесь, за теми деревьями. Да, здесь. Сынок, последнее слово. Эй, пацаны, покажем мальчику класс. Бедолага цапнул больше, чем может проживать. Его придется спасать, не только лечить. Вооружены. Надо бы по-тихому убрать хоть часть из них. Ну, по-тихому мы не особо умеем, конечно. Поэтому будем врываться с ноги, как всегда. Кого ты тут, вонючка, вонючая, мать твою, черт подери, пытался избить. Так.
Слушайте, ну с оружием не с оружием, но у нас хорошо идет, как бы. А где двоечка-то? А, двоечки еще нет. Ну-ка попробую тройку. А нет, смотрите, тройка сама... тройка не сама срабатывает, а нужно, чтобы ты ее использовал. Блин, прикиньте, я об этом не знал. Я прошел уже больше половины игры и только узнал, что тройку можно в любой момент нажимать. А может, какое-то, когда определенное количество ярости у тебя скапливается, не понимаю. Стив? Двойка, ясно. Зеленая полоска шкала заполнилась, да, в верхнем углу. Вот, допустим, сейчас она есть. То я можно. Это сурово, но справедливо. Использовать. Господи, что я наделал? У меня и раньше были проблемы с ними. Но сегодня ночью я хотел их убить. Причем так, что сейчас даже думать противно. Не волнуйся, ты не виноват. Да, тебя просто затмили. Разум. И все. О, сидят. Сидят, блин, байкеры. Так. Чё, куда? Чё, куда, куда, чё? Чё, куда, чё, куда, куда, чё? Куда, чё, чё, куда? Давайте еще, наверное, попроходим сразу. Или... А, вот какая-то побочка, смотрите, у нас рядом есть. Вот в тайник. Это то же самое задание, в смысле, продолжается? Нет, навряд ли. Не-не-не-не-не. Там мы студента искали. Сейчас другое задание. Давайте пройдем. Идите вход в тайник. Да, блин, это очень сложное задание. Да, капец, где же вход? Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. А теперь есть. А, граффити зарисовано, типа. Не видно, похоже, да, что дверь? Все, что она украла. Финансовые данные на семьи Маджи. Она хочет их шантажировать? Так. Ого. Я как раз на этой краже первый раз поймал Фелицию. Видимо, она все-таки довела дело до конца. Женщина-кошка у нас тут. Ля. Скоро увидим ее уже, кошку. Посмотрим, что будет. Мне интересно. Ну что, ты будешь что-то смотреть или нет? Как так-то? А вот. О, смотрите. Кошка танцует с паучком. И держит его в банке против его воли. О, очень мило. И такой на ошейнике у нее летает, типа. И, типа, никуда он от нее не денется. Прикольно, прикольно. Хорошо. Что это? Костюм мой. Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Ты такой милый и симпатичный. Поэтому я приготовила для тебя кое-что лесное. Потому что я могу. У нас новый костюм. Все не могло быть просто игрой. Или... Мы нашли все нычки кошки. Человек-паук, черная кошка ограбила наше хранилище вещдоков. Что? Как? Да тут настоящий Форт Нокс. Это вот это вещдоки? Когда мы спрятали алкашка? Комнату с вещдоками, они связались, усилили сигнал и отключили сигнализацию. Никто не видел, как она влезла. Алкоголь, что ли? Вещдоки. Она победила. Капец, она ворует, стаскивает все. Потом продают. Она оставила мне украденного на 50 миллионов, чтобы вернуть свои вещи. А значит, у нее в планах что-то покрупнее. Ух ты! Отдам ей должное. Она тебя одурачила. Ты рада этому? Ты улыбаешься. Мне пора. Такая еще что-то перед тем, как сбросить, что-то хихикнула. Успела. Ру. Так, куда с вами сгоняем, куда с вами слетаем? Ну, давайте... Стелс попробуем пройти. Мое нелюбимое. Самое противное. Я думаю, костюм женщины-кошки неплохо бы смотрелся вот с этим паучьим костюмом черным. Балдежненько. Он, кстати, такой интересный костюм. Я его тоже где-то видел. То ли в мультиках, то ли в фильме. Где-то, короче, я увидел. Блин, а, кстати, хочу фильм пересмотреть паучка. Прикольно. Можно даже какие-то эти посмотреть. Мультички. Если меня заметят, заложнику конец. А, нельзя, чтобы заметили.
Господи, опять стелс-миссия. А, точно, это же стелс есть. Я такой думаю еще, как нельзя, чтобы заметили. Это же стелс есть. Нет. Говно. Говно, говнище так. Мы поняли одно, что мы можем сразу выключать этих двоих. Быстро и тихо. Я не то нажал? Так, минус два есть. Много пацанов. Понимаю, что опасно. Но хотелось бы все делать быстро и закончить поскорее эту миссию. И закончить поскорее эту миссию. Этого пацана сюда. И я, как всегда, забываю, что нам можно отвлекать дяденек. Вот так вот. Два же, да, осталось? Нифига, я слинял быстренько. Только не повернись. Хорошо, но я могу лучше. Смотрите, со второго раза, да, прошел? Изи. Так, ну и еще одна. Еще одна. Мы с вами уже... Мне интересно даже посмотреть, на сколько процентов прошли игру, кстати. Поехали. Надеюсь, она будет несложной. Мне там просто как-то повезло, я нижних вырубил сразу. Заложнику конец. Вау. Такой. Такой вау. Опа. Минус снайпер. Пожалуйста, только паучок не тупи. Делай то, что я хочу. И вот чувствуй то, что я тебя хочу, что я нажимаю. Так. Тут, господа, их сильно много. Какая-то жесть вообще. Я думал, тут никого нет. Сюда такой тэпаюсь, тут еще народ, капец. Чё я... Почему? Почему ты спрыгнул вниз? Вот когда ты хочешь идти по краю, он прыгает вниз, какая-то дичь вообще полная. Понял? Быстро и тихо. Успел. Я ей еще нажал, кстати, там на лету. Это тоже тупость была моя. Моя была тупость. И никуда от нее не денешься. Раз уж сам затупил.
Ой, я надеюсь, мужчины слева на меня сейчас не смотрят. Да не надо, не кувыркайся. Господи, я ему в пятку попал. Пожалуйста, не смотрите на меня. Пожалуйста, не смотрите на меня. Пожалуйста, не смотрите на меня. Мне надо, не надо, пожалуйста, не смотрите. Все, хорошо, справились. Так. Ладно. Сюда. Блин, как вот этих двоих убить? Они друг друга смотрят. Вот это того должно отвлечь. Иди! Что это было вообще? Как я его обошел? Я вообще не знаю. Он такой смотрит уже на меня, но я его резко оббегаю и бам-бам-бам. Все, нету. Красиво. Мы прошли. Так. Ну, теперь пройдемся еще по сюжетке. Значит. Пройдем еще задание сюжетное сразу же заодно. Слушайте, мы такие молодцы, мы так много его сделали, мы так много прошли. Это что было? Раз это задание так началось? Приемы, тебе известно, что я тебя сделаю. Удиви меня, если получится. О, господи, ты опять. Время моих испытаний выучил крутой прием. Такой дядька. Ору с него. Давай посмотрим, насколько ты умный. Насколько ты стал умнее. О! Вау. О, вау. О, вау. Да иди нахрен. Кто-то... Ребята, что-то он что-то, ребята. Что-то, ребята, что-то. Короче, я так понял, мне нужно только перехватывать предметы и ими бить. Типа против него другие методы больше не работают. Он вообще какой-то мощный стал, типа. Вот. Сваливаем. Он не сможет всегда блокировать. Да, он не сможет. Когда он кидает? Мы к нему так подпрыгиваем? Я не пытаюсь убить тебя. Тихо, дядь. Это мой удар с раскачкой. Это мой коронный прием. Это же мой коронный паутинный удар. Он, короче, у меня фишек набрался. Он как будто у меня украл мои разработки. Эй, и теперь ими пользуется. И вообще не смотрится. Патогенный энергетический меч? Хватит пытаться убить меня, дай посмотреть. Ой, это чё? Это было больно. Тебе бы в Вегасе выступать. Кидай.
Мне кажется, после паутины он начинает кидать. Как-то он... Он как-то резко, слушайте. Он как-то резко начинает. Ну, а по звуку. По звуку надо ориентироваться. Под хилочку. Потому что он сейчас будет бить опять больно. Кидай. Кидай. Да кидай ты, я тебе говорю. Хорошо, подхилялись. Есть контакт. Паутина начала работать? Мы его умотали? Ух. Я не понял, это было задание или нет? Почему ты меня преследуешь? Одна организация наняла меня выяснить, достоин ли ты вербовки. Лучше стать личным массажистом Джеймсона, чем работать на твоих нанимателей. Тебе же хуже. Они платят шестизначную зарплату. Хотя некоторые люди заслуживают нищеты. Шестизначную? Такой задумался. Не. Не. Шестизначную? Не. Давайте-ка вот этот костюмчик-то наденем-ка. Кошкин уж не будем носить. И у нас уже столько костюмов открыто, капец. И тут не пишется, что за что дают. Так, давайте чекнем гаджет. Гаджет мы улучшаем. Заходим в навыки. Навыки у нас прокачиваются сейчас. Делаем это. И у нас больше нечего делать. Так, прокачивать больше ничего. Это мы сейчас где вообще были? Это было не задание, прикиньте. Я вообще не понял, что это было. Это вроде и не второстепенное было, и не основное, типа. Чё к чему? Вот это вот я не знаю, конечно. Итак, друзья. Это место, где мы работаем, получается. Получается, что мы с вами туда отправимся. Но когда они так дерутся с демонами, мы на одной стороне. Пара крутых костюмов, и мы сможем создать фигу рестлинга. Вместе с ним кинул, ля. Наглее, да. Воздух, кстати, я их не подбрасывал, да. Пожалуйста. Это место, где мы работаем. И мы с вами увидимся в этом месте. В этом месте. В следующей серии. Вот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Смотрите полное прохождение по ссылке в описании в плейлисте. И обязательно пишите комментарии. Это поможет нам продвинуться в рекомендации и продвинуться в целом на YouTube. Спасибо. Всем пока.